Пойдет партнером. Сейчас объясню, что пойдет. Идет у нас middle kick. С правой ноги он бьет. Middle kick. Зачищает, да? Такой же у него блок идет. И пока его нога возвращается, я начинаю свою контратаку. Корпус, голова. И моя нога бьет middle kick. Что? Когда мы бьем middle kick, вам совет. Кикерские движения уходят, так сказать, в легенду, да, вот такие, нога пошла сверху, бейте снизу вверх, снизу нога пошла, заряжайте снизу, вот оно идет под локоть как раз, и сюда засаживаем. Вот. То есть нога не идет в кожу, а она идет снизу вверх, заряжайте отсюда. Еще раз внимательно смотрите, вот пошел удар, раз блокировочка пошла, бьем печень, голова, и сразу внизу, он перекрывается, оп, и бьет то же самое, печень, голова. И нога. Понятно, ребята? И в таком темпе мы работаем. Поехали, ребята!